Всем доброго времени суток. Всем привет. С вами Александр и Наташа. Продолжаем проходить наследие первого клинка. Начинаем третий эпизод. Мы находимся там же, где и закончили второй эпизод. У нас сразу появилось задание. Нам Дарья, если помните, прислал письмо. И Кассандра вернулась в Димы, чтобы провести время со своей семьей. Убейте кабанов в Димах. Ну, давайте я, наверное, даже письмо тогда покажу. Я думал, здесь поподробнее как-то в задании будет написано. Ага, поди его найди еще. Во. То есть они хотят сказать, что Кассандра ушла своими делами заниматься, ребенка оставила на мужа и на деда. Так, что ли, получается? Получается так. Вот что нам Дарья пишет. Кассандра, мы оба стремимся сохранить в тайне наш новый дом и новую жизнь. Но нельзя думать лишь о своем выживании. Недавно в Димах были замечены кабаны, рыскающие в поисках еды. От них нужно избавиться, и жители деревни не откажутся от помощи мести. Когда покончишь с ними, возвращайся домой. Я хочу устроить праздник с Натаком и Элпидием. Все это, конечно, так неожиданно. Слов особенно Элпиди. Особенно Элпиди, да. Ладно. Идем пинать кабанов. Еще очень неожиданно для меня было зайти в игру, в экипировку. Я понял, что мне нужно заново все экипировать. А я что, помню, что ли, какое у меня там оружие было? Они сняли и поломали все комплекты собранные. Не все комплекты, они поломали конкретно комплект, который был активирован. Только один, да? Да. В котором ты был. Слава богу, только один. Ну там, благо, выбора в оружии у меня сейчас не очень много. Я эпики все повыкидывал. Я решил, что эпики мне вообще никакие не нужны. С ними, конечно, было бы интереснее комбинировать что-то, потому что статов больше, но при этом такой гемор это все каждый раз выбирать. С комплектами проще. Комплект экипировал. И все. Ты готов. Ух ты, такой сильный. Прям кабаняка, а не кабан. Зачем козу-то? Почему не еще кабана? Одну козу. А кабана не хочет. Странно, отработало как-то. На тебе жопник. Кошмар какой. Караул. Это не кабаны, это какие-то кабанищи. Просто жуть. Здоровая. Лучший охотник. Молодец, Сикар. Молодец. Вперед. Тебя никто, правда, не просил, но спасибо. Отстаньте. Забавный способ, конечно, выманить нас из дома. Если так подумать. Не обязательно что-нибудь случится. С учетом того, как закончилась предыдущая часть. Ну, в смысле, эпизод. Слишком все хорошо, да? Не, ну там же еще этого показали. А, ну и плюс этого показали, да. Ну, пока тихо. Нет, что-то не так. Или мне кажется? Нормально вроде. А рассыпано все. Нет? Кассандра. Дарий. Я слышал, как ты подошла. А я и не скрывалась. Угу. Рада тебя видеть. Они скучали. Сколько времени прошло, мне интересно. Не, ну вообще странно, что она куда-то вообще поперлась, какими-то своими делами заниматься. У нее ребенок дома. Мне нужно зарабатывать, видишь? А мужик что? А, он прячется. Все понятно. Он этот, как его, домохозяин. Домохозяин. Как они там это, современные-то? Не, ну оставили бы деду.
деду перенапрягаться не очень нужно, поэтому вот пусть... Да дед, наверное, первый свалил такой, ну нафиг. Оно мне надо. Ладно. Мне бы так хотелось остаться здесь. Мы с тобой не можем без приключений. Я долго хотел добраться до Персии. Мечтал о ней. Но родительский долг важнее мечтаний. Нельзя бросать семью. Как там мой сын? О, Кассандра, ЛПД в ужасной опасности. Он пропал. Что? Они играют в прятки. Опять? Знаешь, когда Натак был маленьким, он тоже обожал эту игру. Халтурщики. Все-таки в эмоциональном плане они так халтурят. Местами причем. Иногда вроде нормально, а иногда вот... Я просто смотрю и понимаю, что я ничего не понимаю, когда вот какие-то паузы вот эти затягиваются. Как дела? Привыкаем жить на одном месте. Это сложнее, чем ты думаешь. Об Ордене что-нибудь слышно? Ничего, все тихо после случая с бурей. Я бы сказал, слишком тихо. Элпиди, там же, где обычно? Он любит этот пляж. Иди найди его. Конечно. Я за тобой, Дарий. Идем, пляж вон там. Я надеюсь, они не будут наводить драму и вот шаблонно там всех убивать. И Элпиди, и Натака. За тобой не угнаться, Дарий. Может, ты стареешь? Да нет. Ну нет, ну кого-нибудь все равно убьют. Насчет всех не знаю, но... Это Кассандра. Вы с ЛПДМ опять играете в прятки? Что-то будет. Конечно. Они на пляже. Спасибо. Я так не велел ничего говорить. Спасибо за совет. Ну просто Ubisoft вот просто вот обожает вот эту вот тему. Показать все как классно, круто, хорошо, и потом все сломать резко. Я видела... Стены огня, небо черное от стрел и больше чудес, чем сам Геракл. Но быть матерью страшнее всего. Это бой другого рода. Ты справишься, Кассандра. Все идет хорошо. Угу. Нормальная мама такая свалила куда-то. Непонятно куда. Ну ты же сам сказал, зарабатывать. Сейчас покажут, там ЛПД уже взрослый такой бегает. Не, ну не думаю. Это вообще просто упаду. Но если он уже прячется, а нам его показали, он в пеленках ну, там еще ну, был на руках. Ну не совсем взрослый, ну. Спустя 10 лет называется, да? Кассандра такая, я зарабатывала. Куда же подевался ЛПД? Элпиди, ты где? Мама идет тебя искать. А что за детские звуки такие были? На так что ли с ним прячется? Элпиди любит плескаться в сосудах с водой. А может, мой маленький воин прячется здесь? Хм, да нет. Где мой малыш? Где мой сын? Звуки такие, как будто он совсем маленький. Да-да-да. Шатер. Мы как-то спали в таком и смотрели на звезды. Наверное, он здесь. Здесь нет. Как хорошо он умеет прятаться. Элпиди с папой могут прятаться в этих обломках. Ну-ка посмотрим. А, понятно. Ага, вот ты где. Ух ты, твоя мама могучая мистия. История о том, как она тебя нашла, войдет в легенды.
Заплати Мистии за ее героическую помощь. Оплата все та же. Вот ты и дома. Ну вот видишь. Все не так страшно, ты на нее наговариваешь. Я не на нее, я на Ubisoft наговариваю. Ты говоришь, как мать-кукушка бросила и улетела прям на 10 лет. Так... Я скучала, любимый, по вам обоим. Ну, как тут мой маленький воин? Наверняка у тебя было много приключений, да? О, циклоп! Ну и ну! О, сколько-сколько, Афинин? Ничего себе! Ты превзошел самого Брасида! Ну, хватит! Ну, как вам тут? Безопасно. Спокойно. Тихо. Только вот аппетит нашего воина все растет. Такой жадина. Мне написал Дарий. Говорил о каком-то празднике. Мы решили устроить семейную встречу. А какая семейная встреча без славного пира? Мы с Элпидием зажарим кабана, да? Кабан? Как в тот раз. Мы с Кассандрой поищем моллюсков. А мы разожжем костер. До встречи, мой воин. Идем, Кассандра. Наконец-то мы сможем побыть вдвоем. Вы точно за моллюсками собрались? Конечно, за моллюсками. Похоже, Дарий рад нянчиться с Элпидием. Появление внуков меняет людей. И как только ты разглядела радость за этой бородой. Поехали. А моллюски-то там. Мы уходим от моллюсков. Это не те моллюски, там другие. Как думаешь, кем станет Элпидий, когда вырастет? То есть, продолжит ли дело семьи, станет Мистием и будет странствовать по Греции? Это неплохая жизнь. У меня есть лодка. Даже корабль. Он станет кем захочет. И он всегда будет нашим сыном. Тихо, местечко. Тут не глубоко, а как раз для Элпидия. Ну вот, видишь. Собираем моллюсков. А ты о чем подумала? Давно я не ела моллюсков. А про моллюсков говорила вроде. Проводить с тобой время вот так? Мне так нравится. Мне тоже, Кассандра, мне тоже. Ну, как думаешь, на кого из нас похож Элпидий, а? Он красив, так что... На меня. Точно на меня. Наверное, ты прав. Так, а где я пропустил? Он там? Не знаю. Дальше вроде нет. Здесь ты собирал. Ну, да, где-то да. Тут. Да, за камнем, наверное, он тот я не взял. Ага, наверное. Да. Для пиршества хватит. Надеюсь, другим тоже достанется. Пойдем к утесу, пока отец не вернулся. Хочу тебе кое-что показать. Утес вон там.
Пока рядом Алпидий, нам не удастся побыть вдвоем. Он очень требовательный мальчик. Весь в маму. А куда ты бежишь, нам же он туда? Ну ладно. Вид просто бесподобный. Ты что-то хотел мне показать? Может быть. Ну ладно. Так чего мы ждем? Не будем терять время? Ну, я же говорю, за устрицами. Я не растеряла свой пыл? Было чудесно. Но я позвал тебя не поэтому. А. Ты должна это увидеть. Вроде какой-то талисман. Давным-давно мне отдала его мама. Сказала, что он убережет меня от бурь. Она была права. Ведь ты здесь. Жаль, мы с ней не знакомы. Теперь он мне больше не нужен. Ну так! Я никогда не брошу вас с сыном. Даю слово. Я знаю. А вот и он. Мой большой мальчик. Элпиди хочет есть. Конечно. Они с дедушкой потрудились на славу. Зачем? Завтра он может поспать подольше. Пусть отдохнет. Сегодня был длинный день. Я пойду с тобой. Да ладно. Элпиди, попрощайся. Ну, почти. Ну что, нравится спокойная жизнь? Не скучаешь по странствиям? Слишком спокойно. Ага. Я привык к рыку волков, шелесту клинков, доставаемых из ножен во тьме. В Димах слишком тихо. Нравится возиться с внуком? Дети — это чудо, но столь сильные чувства меня пугают. Не разбалуй его. Поздно. Это она, Дарий. Обычная жизнь. Что? Ну вот. Выпросили. Дарий!
бежим в деревню. Живо. Ну. А то непонятно. Элпидий! Ну вот. Я хотел тоже на эту лошадь. Вперед. Все в порядке. Я иду. Мама рядом. Это деревня вся горит, да, там? Похоже на то, да. А что у нас? Почему несколько заданий? А, тут на новый орден нам дали. Угу. Понятно. Ну так, ЛПД, я сейчас. ЛПД! ЛПД! Где? Кто-нибудь видел моего сына? Вот, пожалуйста, получается, фактически из-за них, да, всю деревню угу. вырезали. А почему они вниз-то? Им же наверх нужно. О, он даже не стал прятаться, смотри. Артабан! Кассандра! Добро пожаловать! Аронт? Ты был в Ордене? Он и есть Орден. Аморг. Я тебе верила! Помогала! О, мой друг! Это было так давно! Мы ведь были защитниками, помогали людям. Как же так? За что вот людям досталось? Да. Это необходимо. Кому? До них мне нет дела. Единственный, кто мне нужен, это ты, Кассандра. Ты и твой род. Только посмей их тронуть! Кассандра, иди. А ну, заходись, живо! Кто еще? Ну, кто еще? А, это он уже свалил, что ли? Его тут не вижу. А. Когда он как успел-то? Мы тебе сказали, иди. О. Я думаю, тут фиксировано все. Ну, понятное дело, да. Жители-то зачем? Ну, чтоб не лез. Беги, беги, беги. Ладно, я думаю, Дарья там разберется. Иди, ты спасешь Элпидия. Только с тобой. Нет. Я отвлеку Орден, чтобы вы могли уйти. Но их много. Это не обязательно. На споры нет времени. Подумайте о ребенке. Я люблю тебя, Натак. Отец, вернись живым. Береги их. Обещай. Обещаю. Почему нельзя всем уйти сразу? Ну, типа, отвлекать будет. Пока нет. Задержит. На себя внимание отвлечет. Беги! Думаете, это сойдет вам с рук? Я убью вас всех!
Ого, как вы умеете. Вам не выжить! Ну так, Элпиди, я сейчас! То есть мы той же дорогой идем, на тот же пляж. Угу. Отец, прошу, вернись. Где хозяйка орла? И дитя! Вы опоздали. Пришли за мной? Вот она я! Неожиданно. Угу. А где он? Не вижу. Лежит где-то, по идее. А эти-то уплыли? Она же вроде в лодку их сажала. Нам не показали, уплыли они или нет. Какой жирненький. Не, ну если лодка уже стояла, она сказала, давайте лодку или что-то такое. Зал! Ты кто? Горит такой. Терминатор какой-то. Стрелы! Пустить стрелы! О, еще раз. Чего они в одно место-то? Или предполагается, что я, наверное, бегать от них буду? Я тоже так могу. Да что ты не прыгаешь-то на них? Уже сколько раз слил адреналин просто так. Хорошо. А, я думал, ты сдох. За пять стрел нашли. Ага. Толстые вот эти двое. Ага. Это этот орал стрелы, этот стрелял, что ли? Похоже на то. То есть они в связке работают. Да сколько у вас здоровья-то там, в миллионах, что ли? Вроде ну, урон-то да. Нормальный проходит. Лучник, лучник.
отравил. А, нет. Нет, другие там сверху что-то еще. Морг, ты видела его? Нет. На пляж. Да что ж такое-то, ну? Натак! Элпиди! А, то есть ты их просто так тут оставила? Я вообще не понимаю. Нет, 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 нет! Прошу, нет! Элпиди! Где же вы? Элпиди! 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 Нет! Любимый! Любимый. Натак. Натак. Я здесь. Прошу. 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 Не оставляй меня. Открой глаза. Прошу. А ребенка похитили, получается. Выходит. Не, я даже вот комментировать это не хочу. Настолько, блин, сову на глобус натянули. Ты обещала беречь их. Обещала защищать. Я должна была остаться с ними. Я должна была. Это моя вина. Это все я. Что за жизнь? Платить за ошибки прошлого должны мы, а не наши дети. Элпиди нигде нет. Но он еще жив, Дарий, я знаю. Если его забрал Орден, мы найдем их. Ты раньше терял близких. Как? Как ты жил после этого? Кто сказал, что я живу? Спасибо за все. За мгновение радости и грусти. За каждую секунду, что я провела с тобой. Я люблю тебя, Натак. Я найду сына. Верну его домой. Поверь. Кассандра!
О, боги! Мне жаль. Это сделал Орден. Их оружию позавидовал бы сам Арес. В Греции лишь в одном месте делают нечто подобное. В Мессинии. Они искали нас. Меня. Если Орден в Мессинии, я отправлюсь туда. Вот сказать, что я недовольна, это вообще ничего не сказать. Эпизод 3 родословная. Прям бомбит. Да ужас, конечно. Ubisoft не меняется. Ну. В принципе, не меняется и даже не пытается. Такое рваное и нелогичное повествование, что прям аж подкидывает. Так. Ушла, отправила их на лодке, вернулась. Приходят они там, уже вот к чему вернулись. Вот. Угу, угу. А, бессмертные. А почему их двое-то? А, вон. Когда Аморгу понадобилось доверенное лицо, он избрал сразу двух. Бессмертные были братьями-близнецами. Из-за их невероятного внешнего сходства и огромной силы многие считали их одним человеком. Непобедимым воином, который мог находиться в двух местах одновременно. Непобедимые и безмолвные. Они всегда появлялись в маске, порождая пугающие легенды. Так, ну и этого клыка Персии тоже можно сразу разоблачить. Чтобы одни жили в мире, другие должны сгинуть. Иного пути нет. Когда Аморг защищал Артаксеркса от Дария, он был полон решимости. Почти так же решителен он был и когда впервые приказывал убить человека. А потом еще одного и еще. Скольких было необходимо убить за все эти годы, он уже и не помнил. Но теперь решимость покинула его. Мир был восстановлен, но Аморг чувствовал себя потерянным. Впрочем, он слишком устал, чтобы думать об этом. А что у нас там по народу-то получается у этих врагов? Сейчас посмотрим. То есть мы отправляемся в Мессинию, да, получается. Ладно. И по ордену сейчас... По ордену у нас 5. Раз, два, три... Ну да, 5 человек. То есть одного мы по сюжету убили. Угу. Остальные у нас еще в предыдущих эпизодах убиты. Угу. Ну, понятно, будем разбираться, значит. Ой, не знаю. Не буду я тоже это пытаться даже комментировать. Все это очень криво. Мне понравился момент, что они вроде бы сломали шаблоны такие, хоба, а нифига. Пойдем дальше так же, как и планировали.